Друзья, всем привет. Вот, смотрите, это сестры. Сестры нашей Лолы. А это мама ихняя. Вот, видите? Тут никакой, ни о какой породе речи не идет. Ее звать, как ее звать? Это Сара. Сара. Ее звать Сара. Сара. И собака. И эти тоже, видите, какие бутузы. Поэтому смотрите, славяне, кому надо, пишите. У меня есть координаты на электронной почте в описании к видео. Ну, смотрите, какие они. Вот такие бутузики. Там надо ботяне породы. Сейчас ботяню найдем. Ботяня тут черный такой. И вот эти хвостики побольше. Да, Сара? А вот папка его, смотрите, какой. Вот это так выглядит его отец. Это кличка Боба. Биба, Боба. Потому как это соседская собака, ее приютили, ну, не знает, как ее зовут. Да, иди сюда, не бойся. Иди. Вот так выглядят родители Лолы. Не получилось сегодня ухи немножко. Хозяйка дома подвернула ногу, уделили внимание, ездили в больницу. Поэтому без ухи. Ну ничего страшного, это не главное. Все, друзья, всем всего хорошего. Вот это родители Лолы. Всем пока.